В Новомолоклинском районе запустили новый зерноочистительный комплекс. В него входит 6 складов общей площадью 8,5 тысяч квадратных метров. Готовое зерно, произведенное в хозяйстве, идет на кормовую базу «Свинокомплекс интенсивного кормления Новомолоклинский». В смену производственной мощности составляет 500 тонн. При этом всем данное предприятие в этом году также реализовало ряд инфраструктурно-инженерных таких, скажем, сооружений. Это построили 6 крупных зерноскладов общей площадью 8,5 тысяч квадратных метров, хранению 23 тысяч тонн зерна. Строительство зерноочистительного комплекса – проект инвестиционный. Общий объем привлеченных средств составил 66 миллионов рублей. Реализация проекта позволила увеличить приемку зерна на 18 тысяч тонн и создать новые рабочие места. С работой нового комплекса ознакомился Сергей Морозов. Он отметил, бюджетную поддержку аграрного сектора необходимо увеличивать. Еще раз повторяю, 2,960 миллиарда сегодня есть. Депутаты практически пробили дополнительные деньги, и тогда получается из 2,960 миллиарда у нас может получиться 3,540 миллиарда. Напомним, поддержка сельхозтоваропроизводителей доступна благодаря программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и входит в список национальных целей, озвученных президентом Владимиром Путиным. Анна Тищенко, Юрий Тимонин, новости Улправда ТВ.